Из-за таяния ледников белые медведи перемещаются вглубь Северной Америки, а свирепые гризли начинают мигрировать глубже на север. Гризли вступают в контакт с обитающими у побережья Арктики белыми медведями, результатом чего становится такой интересный белобурый гибрид под названием гуар или пизли. Яглев – это результат скрещивания самца ягуара и самки льва. Яглев обладает мощным телосложением ягуара, а окрас его шерсти перенял особенности обоих видов – цвет шерсти, как у льва, а коричневые розетки, как у ягуара. Кама – это название гибрида одногорбого верблюда и ламы, выведенной в репродукционном центре. Лама может быть только мамой, а верблюд – отцом. В случае, если мать будет верблюдом, а отец – ламой, детеныши не рождаются. Этот гибрид совершенно не способен к воспроизводству потомства. Межняк – помесь тетерева и глухаря. Этот гибрид появился в природе при участии человека. Весной охотники уничтожают самцов глухаря на таках. В итоге самки глухаря летят на тетеревинное токовище. Выводок межняков обычно больше похож на папу тетерева, но больше по размеру и потомство уже не дает. Бифало – гибрид коровы и американского дикого бизона. Первым вывел бифало Чарльз Гуднайт на своем ранчо. Когда в 1886 году в Канзасе погибли от холода 1000 голов скота, Гуднайт решил вывести породу, которая смогла бы пережить лютые зимы. Бифало имеют прочную конституцию, хорошую активность, покладистый характер, устойчивость ко многим болезням и плодовитость около 99%. Спасибо всем за просмотр ролика до конца. Надеюсь, вам понравилось видео.